Если у вас Библия с собой, давайте откроем послание к Фессалоникийцам, 5 главу. Я сделаю небольшой обзор пройденного, а потом мы перейдем к чему-то очень просвещенному. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как высвобождать благодать через веру. Мы прямо посреди этих пяти ключей. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Я просто хочу взять 5 минут и провести вас от всего того, о чем мы говорили туда, где мы находимся, чтобы вы увидели, что в итоге должно произойти. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 23 и 24. Давайте 23 и 24 стихи прочтем вместе. Готовы? Читаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Надеюсь, что теперь вы усвоили концепцию о духе, душе и теле. Аминь. Человек — трехчастное существо. Он трехсоставное существо. Человек — это духовное существо. Он обладает душой, а это его разум, воля, эмоции, совесть. И он живет в физическом теле. Вы не тело, вы духовное существо. Когда вы умрете, тогда ваше настоящее «я» вместе с вашей душой отделится от вашего тела. Мы помещаем тело в гроб и засыпаем землей, как семя. Скажите громко, «Я духовное существо, сотворенное по образу Божьему». Я обладаю душой и живу в физическом теле. Хорошо, опять-таки, пожалуйста, поймите, что вы духовное существо, и вы обладаете душой. Поскольку ваш дух обладает душой, то когда вы умрете, у вас будут воспоминания. Вы будете помнить события, потому что после того, как вы умрете, ваш дух пойдет на основании того, как вы жили и какие вы принимали решения. Если вы приняли решение отдать свою жизнь Иисусу, когда вы жили в физическом теле, то после смерти вы попадете куда? В Царство Божье. Если вы будете в Божьем присутствии, то и ваша душа будет в Божьем присутствии. А это значит, что вы узнаете Господа, вы узнаете людей, которых увидите на небесах, а они у вас останутся в памяти. Однако, если вы не приняли решение отдать свою жизнь Богу, то, покинув свое тело, вы будете в аду. Там же в аду будет присутствовать и ваша душа, и она будет помнить все. Скорее всего, все возможности принять спасение, которые вы отвергли. Вашей душой владеет ваш дух, а не ваше тело. Вы духовное существо. Скажите это еще раз. Я духовное существо, сотворенное по образу Божьему. Я не тело. Я живу в теле. Хорошо, итак, один из фактов, о которых мы говорили, в Евангелии от Иоанна в 4 главе, в 24 стихе говорится о том, что Бог — духовное существо. Бог есть Дух, а в книге Бытия, 2 главе, 7 стихе говорится о том, как Бог вдохнул в ноздри человека дыхание или дух жизни, и человек стал душою живою. Итак, есть факты, которые мы знаем. Мы знаем, что Бог есть Дух. Мы знаем, что мы — духовные существа. И затем Иисус что-то сказал в Евангелии от Иоанна 3 главе 6 стихе. Он говорит, «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». То есть он говорит, что плотское согласуется с плотским, а духовное согласуется с духовным. Позже в Евангелии от Иоанна 6:63 Иисус говорит, «Плоть не пользует немало». Он говорит, «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Это важно, потому что Бог духовен. Вы духовны, и Слово Божье духовно. Таким образом, общение может происходить между вами, так как вы духовны. Между Богом, так как Он духовен, и Словом Божьим, так как оно духовно. Вы не можете контактировать с духовной сферой, ни через какие физические средства, и надеюсь, что к этому времени вы это поняли. Затем мы обратились к первой главе послания Иакова и стали изучать место Писания, где говорится, что Слово Божье подобно зеркалу, подобно тому, как вы, смотря в физическое зеркало, созерцаете там свое лицо. На самом деле, то, что вы видите в зеркале, это отражение вашего лица. Там говорится, что Слово Божье как раз подобно этому зеркалу. Вы смотрите в физическое зеркало, чтобы увидеть свое физическое лицо, а глядя в Слово Божье,
Вы видите отражение своего духа. Это важно. Когда вы смотрите в это физическое зеркало и видите свое лицо, вы доверяете ему до такой степени, что предпринимаете действия. Если это отражение говорит вам, что надо причесать волосы, вы причесываете их. Если оно говорит, что вам надо добавить косметики, вы ее добавляете, так что вы не только доверяете отражению, но, соответственно, и реагируете на то, что оно говорит вам. Подобным образом, Слово Божье подобно зеркалу, однако Слово показывает вам не физическое отражение вашей физической сущности, а духовное отражение вашей духовной сущности. Поэтому, глядя в Слово Божье, вы через него созерцаете перспективу и начинаете получать восприятие того, как вы выглядите в том, что касается духовной сферы. Затем мы изучали второе послание к Коринфянам 5:17, где говорится: «Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Вы совершенно новое творение. А теперь, пожалуйста, поймите вот что. И я хочу, чтобы вы сосредоточились на этом, для того, чтобы мы смогли понять, что произойдет этим утром. Когда вы родились свыше, какая часть вас получила рождение свыше? Дух, душа или тело? Свыше был рожден ваш дух, верно? Так что ваш духовный человек был выкуплен и искуплен, ваша душа была выкуплена, но не искуплена. Ей необходимо обновление. Ваше тело было выкуплено, но не искуплено. Однажды это произойдет, но пока еще не произошло. Так что в тот день, когда вы родились свыше, произошло возрождение. Рождение свыше — это возрождение вашего человеческого духа. В день, когда вы приняли спасение, в день, когда вы сделали Иисуса Господом своей жизни, ваш человеческий дух был возрожден и стал новым, совершенно новым. Это сделал Бог. Библия говорит о том, что Бог сделал в вашем духе, как о ручной работе, и называет вас делом рук Его. Это сделали не вы. Вы не могли этого сделать. Это сделал Господь. Бог сделал эту великую работу в вас. Вот что мы узнали об этой великой работе. В послании к евреям, 12 главе, 23 стихе, Библия говорит, что Бог возьмет дух праведного человека и сделает его совершенным. Итак, дух праведника, праведного человека, и мы видим то, что видел Иезекииль, в 36 главе, теперь, когда вы рождены свыше, в вас вложен новый дух. Этот рожденный свыше дух совершенен. Этот дух, который был рожден свыше. Вы совершенны в своем духе. А что еще мы знаем? В послании к Ефесянам 1:3 говорится, что в ваш дух Бог вложил все духовные благословения. Я хочу, чтобы вы начали смотреть на все, что есть в вас. Внутри вас совершенство, зрелость, и в послании к Ефесянам сказано, что все духовные благословения были вложены в вас. Все духовные благословения — это корень всех физических благословений. Таким образом, у вас прямо сейчас есть возможность жить и действовать во всяком физическом благословении, потому что Бог, согласно Ефесянам 1:3, уже вложил в ваш дух всякое духовное благословение. Понятно? Второе, на что мы обратили внимание в послании к Ефесянам 1:12, это то, что внутри вас есть сила воскрешать мертвых. Внутри вас есть сила воскрешать мертвых. Господь сказал мне очень потрясающую вещь. Вчера утром я разговаривал с епископом Фуллером. Мы вышли из офиса и пошли каждый своей дорогой. А до этого я кормил свою собаку, и Господь проговорил мне вот что. Я размышлял о сегодняшнем послании. И он сказал, «Это не воля Божья». Вы знаете, для нашего друга, Господь сказал, «Это не воля Божья, чтобы отец хоронил своего сына». Когда ваши дети умирают раньше вас, это противоестественно. Он сказал, «Это не воля Божья». А я ответил, «Да, аллилуйя, я это знаю». Он сказал, «Нет, послушай меня, нет воли Божьей на то, чтобы все эти люди умирали раньше времени». Он сказал, «Нет воли Божьей на то, чтобы люди болели, нет воли Божьей на то, чтобы люди жили в бедности». Он сказал, «На это все нет моей воли». Я сказал, «Господь, ты к чему-то ведешь?» Я спросил, «К чему?» Он сказал,
Вот что я хочу сказать. Многие люди похоронили своих детей. Многие люди приходили на похороны своих детей, имея в себе силу воскресить их. Многие люди заболели и легли в больницу, имея в себе исцеляющую силу. Многие люди страдают от нищеты, имея в себе изобилие. Я сказал: «Господь, я знаю». Он сказал: «Ты не слышишь меня». Кто-то должен начать убеждать тело Христово и показывать им код для получения ресурсов, чтобы они могли извлекать сокровища из своего духа, могли делать то, что делал Иисус, изменять обстоятельства. И только тогда нечестивый мир увидит, что зло — это не моя воля, и я начну действовать. Я сказал: «Господь, помоги нам, помоги нам». Он сказал: «Я помогаю тебе сейчас. Я говорю с тобой». И я стал размышлять об этом. Я подумал о том, сколько людей больны, они больны при том, что исцеление находится внутри них. Это все равно, что сидеть у колодца и умирать от жажды. Вода вот тут, в колодце, но у вас нет ведра, чтобы зачерпнуть ее. Об этом я и буду говорить в следующие несколько недель. Где это ведро? Как нам извлечь, получить эти блага? Все благословения внутри нас. Но от них нет пользы, если я не знаю, как воспользоваться ими. Сила воскресения внутри нас. Возможно, вы не оцените это прямо сейчас, но если вы увидите, как у кого-то умер ребенок, тогда вам очень захочется узнать код доступа. Я размышлял об этом и подумал: с этим нельзя шутить. Я не могу наслаждаться одним только фактом и при этом не знать, как жить в практическом проявлении. Кто из вас верит, что мы можем это делать? А? Итак, в вас есть все духовные благословения. В вас есть сила воскрешать. Об этом сказано в послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам 3:16 говорится, что в вас есть дух могущества. Могущество — это способность действовать и достигать успехов. Как вы думаете, для чего Бог дал вам эту способность? Для того, чтобы вы говорили о ней людям? Для чего Он дал вам эту способность? Для того, чтобы вы радовались факту, что у вас есть дух могущества? Вы знаете о том, что Бог — самая целеустремленная личность во Вселенной? Бог ни в коем случае не стал бы вкладывать в нас эти благословения только для того, чтобы мы знали о них. Далее мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 16 и 17 стихах. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина пришла через Иисуса Христа». Это 17 стих, а в 16 говорится: «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». То есть, прямо сейчас Иисус присутствует в нас во всей полноте. Слава Богу! В первом послании к Коринфянам 6:17 говорится, что мы стали одним целым с Богом. Знаете, в день, когда вы родились свыше, вы стали единым с Духом Божьим. Так что теперь послушайте, друзья, вы живете не только с духовными благословениями, могуществом в вас, не только с силой воскрешать мертвых, но также вы живете в единстве с Духом Божьим. Что мы будем делать, когда предстанем перед Богом, и Он спросит нас: «Почему мы не могли быть победителями?» Вы скажете: «Ну, Господь, я не знал код доступа». Он скажет: «Да, но я дал тебе все необходимое, чтобы ты мог угождать мне». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Иисус сказал: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он говорил, что вы должны начать мыслить так же». В первом послании Иоанна 4:17 говорится: «Как Он на небесах, так мы на земле». В Евангелии от Иоанна 10:33 Иисус начал говорить о том, что Он Бог, и Его спрашивают: «Как ты, будучи человеком, говоришь, что ты Бог?» Он им сказал: «Не написано ли в законе вашем? Я сказал: вы боги». И дальше Писание говорит о том, что все мы — боги с маленькой буквы.
Я не сказал, что вы Бог. Я не сказал, что вы Бог. Я не глупый. Я знаю, что вы не Бог, но вы дети Божьи. А это значит, что вы были рождены от Него. Аллилуйя! У вас Его ДНК, Он большой Бог, а вы маленькие боги, потому что у вас Его ДНК. Когда вы хотите выяснить, ваш ли это ребенок, вы проходите тест, и ребенок ваш. А если его ДНК совпадет с вашим, и я говорю вам, что у вас Божья ДНК, то вопрос о том, почему? Почему? Почему Бог поместил в нас свою ДНК и назвал нас своими детьми? Затем в послании к Ефесянам 1.13 говорится, что Он запечатлел нас для того, чтобы ничто плохое не могло проникнуть в наш дух. Смотрите, доброе в духе не может быть инфицировано злом. Но разве Бог сделал только это? Он что, вложил все эти блага в вас, завернул в бумагу, словно подарок, чтобы вы могли открыть его только когда Он придет? Знаете, это не может быть правдой. Так что нам следует делать? Жить на земле как в аду? Страдать от болезней? Позволять исполняться воле сатаны в то самое время, как мы носим в себе присутствие Божье? Что нам следует делать? Жить жизнью поражения? Быть задавленным жизнью? Не побеждать в жизни? Знаете, это как-то нелепо. Очевидно, что все вложенное в нас предназначено для использования в этой жизни. Вы помните, как несколько месяцев назад я начал говорить вам о том, что все, что происходит в физическом мире, это отражение происходящего в духовном мире? Если вы неудачник в физическом мире, значит, вы неудачник в духовном. Это отражение. Вы узнаете, что одно из свойств благодати — это свойство отражаться. Вы не услышали, что я сказал? Откройте второе послание Петра. Я назову все, что есть в нас. А потом завершу эту мысль. Второе послание Петра, первая глава. Мы все еще продолжаем обзор пройденного. Второе послание Петра, первая глава, третий стих. «Как от божественной силы его...» Подчеркните эти слова. «Божественной силы». Божественной, значит Божьей, понятно? «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, ибо Его божественная сила даровала нам все, что необходимо и требуется для жизни и благочестия, через полное личное познание призвавшего нас своей славой и превосходностью, благостью». Есть еще и перевод, который называется «современный», в нем сказано так, мне это очень нравится. «У нас есть все необходимое для того, чтобы жить, угождая Богу. Все это было дано нам силой самого Бога». Итак, из всего, что я сказал, все необходимое для того, чтобы угождать Богу, мы назвали. Ну вот вопрос, что это за сила? За долгие годы разные люди давали ей разные имена. Что это за сила, которая чудесным образом дала нам способность ходить путем, угодным Богу? Имя этой божественной силы, смотрите, братья и сестры, благодать. Благодать. Она определяет как божественное влияние на сердце и отражение в жизни. Слово «благодать» — это божественная сила или божественное влияние, которое было помещено в ваше сердце и обладает свойством отражаться. Иначе говоря, все, что Бог вложил в нас, может отражаться в физическом мире. Оно может изливаться и влиять на происходящее в физическом мире. Это божественная сила по благодати, данной нам Богом. По благодати. Благодать — это не только незаслуженное благоволение и любовь. Благодать — это не только прощение грехов, но благодать также сила, дающая способность. Благодать — это способность побеждать там, где вы не могли победить.
Грех пытается остановить поток благодати, но благодать остановит грех. Все эти чудесные вещи даны нам по благодати не для того, чтобы они были просто запечатанными и бездейственными. Нет, благодать сделала меня праведным, искупленным, освященным, имеющим исцеление и все духовные благословения. Благодать дала мне все это. И все это было дано мне для того, чтобы я мог делать то, чего не мог делать раньше. Благодать дала мне способность делать то, что я делать не мог. Составьте список всего, что вы не могли делать, и благодаря тому, чему я научу вас в последующей неделе, вы научитесь высвобождать благодать на каждую область своей жизни, где вы терпели поражение. И в этой жизни вы будете подобны Иисусу, потому что поймете, что силу сделать то, что вы не могли сделать, дает вам благодать Божья, а не вы сами. Заметьте, чем наделил нас Бог. Он наделил вас всем. Он дал вам то, что вы не заслужили, и это обладает способностью отражаться. Так что я могу сказать, под благодатью ли вы? Знаете, благодать — это не прикрытие для грехов. Благодать — это способность не грешить. Не так, что «ну, раз Бог простил мне все мои прошлые и настоящие и будущие грехи, у меня есть прощение, благодаря крови Иисуса». Теперь можно и грешить. То, что вы говорите, означает, что вы не живете под благодатью. Потому что когда вы поймете, что благодать — это способность одерживать победу над порнографией, победу над прелюбодеянием, победу над курением травки, победу над глупыми словами, победу над всем, во что вы раньше впадали. Вы пытались остановить грех силой воли, вы пытались остановить его через вину и осуждение, но все равно продолжали впадать в него. Но как только вы научитесь извлекать благодать, она придет, и ее будет достаточно для того, чтобы избавить вас от порно, избавить вас от прелюбодеяния, избавить вас от курения травки. То, что я стараюсь показать вам, это то, что показал Павлу Бог, когда говорил про жало в плоти. Бог сказал Павлу, что его благодати достаточно. Ты пытаешься это делать своими силами, но я дал тебе мою силу. Используйте благодать. Извините за то, что я кричу. Просто я взволнован. Вы со мной? Вот вопрос. Как мне высвободить это благо? Как мне высвободить эту благодать, которая во мне? Как мне высвободить силу воскрешать, если умер человек, который не должен был умереть? Как мне высвободить в себе эту силу, когда кто-то нуждается в исцелении? Я что, сторож брату моему? Совершенно верно. И каждый раз, когда я пекусь о братьях, в мою жизнь приходит благословение. Как мне извлечь эти блага, которые были даны мне? Как мне извлечь их в этот физический мир, где они будут доказывать моим чувствам, что это благая, угодная и совершенная воля Божья? Понимаете, мне надо доказывать своим чувствам, когда мое тело подвергается атаке, когда мои чувства ощущают болезнь и говорят «ты болен». У меня есть исцеление в духе. Мне необходимо перенести исцеление из невидимого мира в видимый и доказать моим чувствам, ты не болен, будь исцелен. Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Есть пять ключей к тому, чтобы делать эти извлечения благодати. О первом из них мы говорили на прошлой неделе. Первый ключ — это обновление вашего ума. В послании к римлянам, 12.2 говорится, «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть, не позволяйте себе расплавиться и влиться в форму мира, стать мирским. Но преобразуйтесь или изменяйтесь обновлением ума вашего. Иначе говоря, обновлять свой ум значит заменять свои мысли, идеи и убеждения на Божьи мысли. Идеи и убеждения. Обновлять свой ум значит согласовывать свое мышление и склад ума со Словом Божьим, в которое верит ваш Дух. Согласовывать свое мышление и склад ума с тем, во что верит Дух Святой, который находится в единстве с вашим Духом.
никак не установить связь со своим духом, иначе как через то, чтобы привести себя и свое мышление в соответствие со Словом Божьим. На прошлой неделе я говорил вам, что не читая Слово Божье, вы не сможете обновить свой ум. Не приходите и не говорите мне, что хотите измениться, если не хотите пребывать в Слове Божьем. Пока вы не будете пребывать в Слове, вы не изменитесь. Пожалуйста, поймите меня, братья и сестры, если вы не будете пребывать в Слове Божьем и не будете обновлять свой ум Словом, вы не изменитесь. Если вы не будете пребывать в Слове Божьем и приводить свое мышление в согласие с Ним, если ваше мышление не будет в согласии со Словом Божьим, вы не будете в согласии со своим духом, это значит, что вы не получите доступа к сокровищам Духа, в которых нуждается ваша плоть. Если вы хотите, чтобы вода текла из одного пункта в другой, например, в резервуар, то вам необходимо правильно соединить трубы. И если ваш ум на этой стороне, а труба выходит из вашего духа с другой стороны, кто из вас понимает, что никакого соединения нет? Хорошо. Дух не станет сдвигать свою трубу. Его труба на правильном месте. Это вам придется работать над своей частью трубопровода, чтобы установить соединение. Работа по соединению с Богом называется обновлением ума. Ваша душа находится между вашим телом и вашим духом, и чтобы началось движение, двигаться должна начать именно она. Так что если ваша душа не соединена со Словом Божьим, тогда она и не соединена с вашим духом, в котором благодать. Она не соединена с вашим духом, в котором сила. Поэтому, чтобы вам воспользоваться силой в физическом мире, вы должны обновить свой ум до такой степени, что он начнет согласовываться, соединяться с вашим духом, чтобы поток из вашего духа достиг видимого мира. Но если ваш ум где-то там с рэперами или еще где-то, тогда вы отключены от линии, вы не сможете получить пользу от сокровищ Духа. Нам надо прекратить попытки поиска компромиссов с миром. Никак и никаким образом не надо быть как мирские люди. Если вы начнете понимать, «Я Христов, я в согласии со Словом Божьим, я пребываю в Слове», тогда вам незачем, не надо обращаться к миру, потому что у вас уже все есть здесь. Но мы продолжаем пытаться думать, что добьемся успеха только тогда, когда будем действовать по-мирски. В таком случае вы обмениваете большее на меньшее. Вы начали духом, а потом обратились к плоти, и Писание говорит, «Кто прельстил вас?» Кто обманул вас, что вы начали духом, а теперь оканчиваете плотью? Вы приняли спасение, но не перестаете думать так, как думает мир. Вы думаете как мир, вы говорите как мир. Вы хотите того, что есть у мира. Вы желаете мирской музыки, мирских шоу. Вы хотите всего мирского, потому что считаете, но ведь это и все, что у нас есть. Единственная причина, почему это единственное, что у нас есть, в том, что мы спасенные. Вы не соединены, и поэтому поток не течет отсюда сюда. Вы не на связи с Духом, и поэтому подвержены тому, чему всегда и были подвержены. И когда вы умрете, вы обнаружите, что не надо было так жить, потому что у вас было достаточно благодати сделать то, что своими силами вы сделать не могли. Вам незачем зависеть от состояния мирской экономики, чтобы быть кем-то. У вас достаточно благодати, чтобы даже люди, которым вы не нравитесь, захотели иметь то, что у вас есть. Второй ключ. Чтобы высвобождать благодать. Второй ключ — через веру. Это жизненно важно, потому что мы потратили много лет на разговоры о вере, но сейчас вы чему-то научитесь. Откройте первую главу первого послания к Тимофею. Вера — это ключ. Вера — это ключ. Первое послание к Тимофею, первая глава. Посмотрите 12 стих. «В свете всего того, что вы услышали, я хочу, чтобы вы уделили внимание тому, как Павел начинает давать собственное свидетельство о своей жизни». И посмотрите, благодаря чему Павел такой, какой он есть. «Благодарю Христа Иисуса, Господа нашего, который...» Смотрите, что он сказал. «Который что? Дал мне силу». Подчеркните это, потому что когда речь идет о силе или способности, речь идет о благодати. «Благодарю Христа Иисуса, Господа нашего, который дал мне силу, признал меня каким? Верным, определив на служение».
Расширенный перевод 12 стиха. «Благодарю того, кто даровал мне необходимую силу и сделал меня способным к этому». Именно это и есть благодать. Благодать — это сила. Способность от Бога, которая делает меня сильным, способным действовать и достигать успехов. Подчинив себя тому, чтобы стать учеником благодати, я понял, что мне дана сила делать то, что я делаю. Мне дана способность делать то, что я делаю. Слава Богу! Я благословен, потому что могу угождать Богу, так как знаю Его волю для моей жизни. У меня есть благодать исполнить ее. Но теперь смотрите. Он сказал, вот кем он был раньше. Меня, который прежде был хулитель, и он был гонитель, и он был обидчик, он сказал, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Понимаете, до того, как мы получили спасение, и благодать пришла на нашу жизнь, многое мы делали по неведению, понятно? Но прочитайте 14 стих, посмотрите, на что он ссылается, и как называет способность, благодаря которой он смог войти в служение. «Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно». Обратите внимание на том, что там была благодать. Благодать наделяла силой. Эта благодать укрепляла. Она давала ему способность делать то, что он делал в служении. Но обратите внимание на то, что он говорит. «Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе». Вот что я хочу сказать о любви, а затем я посвящу свое время разговору о благодати. Без любви у вас ничего не получится. Если у вас проблемы с хождением в любви, тогда у вас будет проблема во всех сферах жизни. Без любви ничего не работает. Библия говорит, что вера действует любовью. Так что очень важно, чтобы ваша жизнь любви была там, где ей надо быть, для того, чтобы и ваша жизнь веры была там, где должна быть. Так что каждый раз, когда ваша вера не работает, проверьте, ходите ли вы в любви. Если ваша вера не делает то, что должна делать, посмотрите, любите ли вы свою жену, своих детей, своих коллег. Если вы не ходите в любви, вера не будет работать. И вы обнаружите, что если не работает вера, тогда вы никак не сможете получить доступ к благодати. Откройте вместе со мной пятую главу послания к римлянам. Кто из вас заинтересован в том, чтобы у вас была благодать, была эта сила, способность, праведность, исцеление, могущество? Кто из вас заинтересован, чтобы все это было на вашей жизни? Хорошо, так что мне надо показать вам, как получить к ней доступ. Кто-то скажет, знаете, я хочу встретиться с президентом Соединенных Штатов. Но у вас нет доступа. Кто-то скажет, знаете, я хочу пойти и получить деньги с этого банковского счета. Но у вас нет доступа. Не то, чтобы все это не существовало, но вам нужен доступ, чтобы это стало доступным для вас. Смотрите, что говорится в послании к римлянам в 5 главе, во 2 стихе. Я прочту 1 и 2 стих. Он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите 2 стих. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей». Видели, что он только что сказал? Мы имеем доступ к благодати через что? Через что? Это приводит мне на память иллюстрацию. Скажем, вы живете в каком-то районе, в этом районе строится ваш дом, и в этом самом районе у вас есть, у всех есть доступ к воде. Труба проходит прямо перед вашим домом, и вода течет во все дома. Она течет прямо перед вашим домом, но пока вы не возьмете трубу и не соедините ее с трубопроводом, по которому течет вода, у вас никогда доступа к ней не будет. Аллилуйя! Вера — это трубопровод. Без трубопровода, то есть веры, вы не получите доступа к благодати, а благодать — это сила и могущество, и все это вложено в нас. Без веры у вас нет доступа к силе. Еще раз обратите внимание на то, что он сказал.
через которого верою и получили мы доступ к той благодати. Вот к чему мы стараемся получить доступ, к благодати. Давайте изучим слово «доступ», чтобы вам было более понятно, о чем идет речь. Доступ — это способность, это право, это разрешение. Разрешение приблизиться. Если вы имеете доступ, значит, вы можете войти. Вы можете воспользоваться. Попросту говоря, иметь доступ значит иметь разрешение на вход. Иметь доступ значит иметь разрешение на вход. Взгляните на все, что было вложено в ваш дух. Вам необходим доступ к этому. Вам необходим доступ к духу могущества. Вам необходим доступ к исцеляющей силе. Вам необходим доступ к силе, которая воскрешает из мертвых. Взгляните на все, что есть внутри вас. Если мы, будучи христианами, имеем все это внутри себя, но не имеем доступа, тогда какой же смысл? Нам необходим доступ ко всему этому. Вера — это трубопровод благодати. Через трубопровод веры мы имеем доступ к благодати, которая нам необходима. Но вера должна быть трубопроводом. Вся вода течет, вся эта вода течет прямо перед вашим домом, а у вас нет к ней доступа. У вас есть вся благодать, но у вас нет к ней доступа. Изобилие внутри вас. Победа внутри вас. Вера — это определяющий фактор, причастны вы к благодати или нет. Базируется на вере. Это ваша часть трубы. Вера — ваш трубопровод. Откройте вместе со мной 11 главу послания к евреям. Многие годы это было в моей голове, и мне интересно, почему никто не спросил «почему?». Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Все эти чудесные сокровища, которые были вложены в нас, благодать, божественная сила была вложена в нас, и христианам необходимо знать к ним доступ. Евреям 11:6. Давайте 6 стих прочтем вместе. Готовы? Читаем. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Теперь я хочу, чтобы вы немного поразмыслили. Я задам вам вопрос. Почему невозможно угодить Богу без веры? Почему невозможно угодить Богу без веры? Хорошо, дайте мне ответ. Не будьте грубыми, я попросил вас дать мне ответ. Я услышал, доступ к благодати. Без веры у нас нет трубопровода. Без веры у нас нет трубопровода. И, следовательно, нет доступа к благодати. Нет доступа к силе, которая необходима для того, чтобы угождать Богу и совершать победоносные дела в этой жизни. Это раскрывает волю Божью для вашей жизни и благодать, которую Бог дал вам, чтобы исполнить ее. Причина, почему невозможно угодить Богу без веры, в том, что без веры вы не можете получить благодать. Каждый из вас был рожден с определенной целью для вашей жизни. Но для того, чтобы вам понять, что это за цель, потребуются усилия с вашей стороны. Вы не приходите и не создаете цель для своей жизни. Вы приходите, чтобы открыть для себя цель, которая была уже создана для вас, и благодать, которая дана, чтобы эту цель совершить. Но для этого потребуются молитвы, вера, время, для того, чтобы понять, какова воля Божья для вашей жизни.
Благодать угодна Богу, а без веры, трубопровода, который обеспечивает доступ к благодати Божьей, угодить Богу невозможно. Невозможно, потому что нет трубопровода. Невозможно, потому что нет соединяющей трубы. Всю свою жизнь вы думали, да, вера угодна Богу, но вы не знали почему. Вера угодна Богу, потому что таким образом благодать проявляется в вашей жизни для того, чтобы вы совершили то, для чего и родились. Грех уже не проблема. Иисус разобрался с грехом. Это тоже дано вам через благодать. Вам были прощены все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Вопрос вот в чем. Исполняете ли вы волю Божью? Давид был человеком по сердцу Божьему, потому что он во всей полноте исполнил волю Божью для своей жизни. Вы не слышали, чтобы Бог говорил, «Да, но Давид убил человека». Он сделал то и это. Давид исполнил волю Божью для своей жизни. Он был причастен к благодати, у него был доступ к ней, чтобы сделать то, для чего он был рожден. Вот что самое плохое. То, что данную вам благодать вы используете не для того царства. Как вы предстанете перед Богом, когда Он дал вам благодать? Он помазал, оснастил вас и при этом не получил славу. И знаете, как называется благодать, когда она не используется для Царства Божьего? Талант. В церковь приходит много талантливых людей, но они не понимают то, что Бог дал им. Он дал им для того, чтобы они использовали это для Царства Божьего. Ну что, вы готовы двигаться дальше, не так ли? Бог дал мне благодать и возможность учить Слову Божьему не для того, чтобы я стал этим, как называют путешествующих ораторов, тренер жизни или спикером-мотиватором. Это было неправильное использование благодати. Когда я просто разъезжаю по разным местам и говорю всякие слова для того, чтобы подбодрить людей. Каша с маслом масляная, а без масла не масляная. Таким образом, она никому не помогает. Потому что не была предназначена для такого использования. Благодать предназначена для того, чтобы использоваться для Царства Божьего, чтобы выводить людей из тьмы, вытаскивать их из ада и приводить в чудный Божий свет. Вот для чего нужна благодать. Но чтобы получить к ней доступ, нужна вера. Вы не рождены просто так на этой земле. Вы предназначены для того, чтобы что-то сделать. Но все будет идти не так, пока вы не поймете, что именно вы должны сделать, и пока вы будете заниматься реализацией таланта. Вы будете упускать благодать. Своими способностями мы угодить Богу не можем. На то, чтобы это понять, мне потребовалось 30 лет. Своими способностями я Богу угодить не могу. Только через благодать. Когда что-то произойдет в вашей жизни, и это что-то будет хорошим, это произойдет благодаря благодати, и в этом не будет вашей заслуги. Так что перестаньте стараться чего-то добиваться своими усилиями. Посмотрите, к чему это вас привело. Сколько раз вам приходилось ходить кругами? Потому что вы пытаетесь действовать своими силами, вместо того, чтобы подсоединиться к трубопроводу, по которому течет благодать, чтобы стать причастником и иметь доступ к благодати Божией на вашей жизни. Теперь посмотрим первую главу второго послания Петра. О, да, я иду на небеса. Спасибо, Иисус. Но потом я стал размышлять. Я сказал, пойти на небеса — это хорошо, но как я буду жить, когда попаду туда? Я сказал, минутку. Да, я хочу пойти на небеса, но я хочу и сейчас жить так, как буду жить на небесах. О, Господь, дай мне хоть что-нибудь. Я не хочу что-нибудь. Я не знаю. Я не знаю, как это что-то будет выглядеть.
Мне нужно конкретно то и конкретно это. Так что для меня стало жизненно важной задачей действовать эффективно в благодати, которая на моей жизни, чтобы исполнить то, на что мне была дана благодать. Независимо от того, кто что обо мне говорит, я все равно должен это делать и делать самым лучшим образом. Когда я приду к Богу, Он будет судить меня, и Он скажет: «Ну-ка посмотрим, как ты использовал благодать, которую я дал тебе, чтобы быть пастором и проповедовать Евангелие». Я не хочу, чтобы он, просматривая список, сказал: «Вот у тебя отговорка, тут посмотри на это оправдание, посмотри на эту отговорку, посмотри, что произошло тут, посмотри на то, что произошло там. О, сын, ты удовлетворился одной церковью, а ведь я поручил тебе основать 500. Ты не сделал то, что я поручил тебе». У меня нет времени на это. Я все делаю правильно. Я произнес 3 хорошие проповеди. А как насчет того, что Бог поручил вам сделать? И сколько отговорок вы придумали? Разве мир предпринимает большие усилия, чем Бог? Знаете, меня не интересует слава, богатство, хорошее мнение людей. Мне все это не нужно. Это только тянет меня назад. Я хочу делать то, что Господь поручил мне делать. И вместе с этой благодатью Бог дал мне и другие блага. Благодать быть исцеленным, благодать преуспевать, благодать иметь крепкую семью. Другие смотрят и говорят: «Как вы, будучи проповедником, так живете?» У меня один ответ — благодать. Вы тоже можете получить доступ к ней, чтобы получить все, чему вы завидуете, из-за чего злитесь, из-за чего я вам не нравлюсь. Вы не знали, что все, что нужно, это подсоединиться через веру к благодати, и тогда вы получите доступ к тому же потоку воды, что и я. Но из-за того, что у вас с этим проблемы, я не буду молчать. Я не буду отсоединять свою трубу, чтобы вода перестала течь в мой дом. Нет! Я хочу, чтобы вода шла в дом. Но я говорю вам, в чем была проблема. Один человек принял решение и сказал: «Боже, я верю тому, что ты сказал». А другой сказал: «Да, но как?» Я говорю вам, как. Смотрите, второе послание Петра, 1 глава, 3 и 4 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Но обратите внимание на то, как Он дал это нам, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, обетования, соделались причастниками божественного естества, которое есть благодать, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Божья благодать содержится в Его Слове. Его Слово есть Его благодать. Я вам докажу это. Откройте 14 главу книги Деяний. Это не было чем-то шокирующим, но мне стало понятно, когда я увидел эти два местописания, книга Деяний, 14 глава, 3 стих. Обратите внимание на то, как Павел это говорит. 3 стих. Он говорит о проповеди в Иконии. «Вечером они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство...» Обратите внимание. «Слову благодати своей...» Не благодати Его Слова, но Он во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Подчеркните, Слову благодати Своей. Теперь откройте книгу Деяний, 20 главу, 32 стих. «И
«И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными». And to give you an inheritance among all them which are sanctified. There it is. И вот снова слово благодати Его. Два раза вы встречаете эти слова. Слово благодати Его. Не благодати в Его слове, но слово благодати Его. Иначе говоря, вся благодать, Божья сила принять всякое духовное благословение заключена в Его слове. Она заключена в Его Слове, то же самое, что «Откройте первую главу послания к евреям». Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. Давайте прочтем 3 стих вместе. Смотрите внимательно. Готовы? Читаем. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». Он не сказал «силой Своего Слова», он сказал «словом силы Своей». Что это значит? Слово — Его сила. Точно так же, когда Он сказал «слово благодати Его», это значит, что Слово есть Его благодать. Братья и сестры, надеюсь, вы видите, что здесь происходит. Благодать или сила Божья в Его Слове? Слово Его силы, Слово Его благодати, Слово Его могущества. Это Слово Духа Святого, слава Богу. Божья сила в Его Слове. Вся Его благодать и вся Его сила содержится в Его Слове. Внимательно следите за ходом моей мысли. Вся благодать содержится в Слове, и Его Слову необходимо верить. Ему необходимо верить для того, чтобы активировать или иметь доступ к дару благодати. Слову Божьему необходимо верить. Мы снова вернулись, мы снова возвращаемся к этому. Ему необходимо верить. Посмотрите послание к Колоссянам, 2 главу, 6 стих. Сосредоточьтесь, мы здесь над чем-то работаем. Повернитесь к своему соседу и скажите, я над чем-то работаю и куда-то направляюсь. Колоссянам 2:6. Хорошо, смотрите. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». А как вы приняли Христа Иисуса Господом? Благодатью через что? Как вы ходите в Нем и наслаждаетесь всеми преимуществами данного им спасения? Благодатью через веру. Откройте вторую главу послания к Ефесянам. Пришло время узнать это, прежде чем я скажу что-то еще. Потому что точно так же, как вы приняли спасение, вы получите силу к исцелению, точно так же вы получите силу воскрешать мертвых. Посмотрите вторую главу послания к Ефесянам, стихи 8 и 9. «Ибо чем? Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо благодатью вы спасены чем? Вы спасены чем? Скажите громко. И благодать была дана вам как? Через веру, но вы были спасены через... Хорошо, давайте я теперь задам вам этот вопрос. Как вы были спасены? Как пришла благодать? Потому что когда я спрашивал некоторых христиан, а они немного путались, как вы были спасены? И нельзя было сказать, что они не правы, потому что благодать пришла через веру, но Писание говорит, благодатью вы спасены через веру, через трубопровод. Слава Богу! Благодать спасла вас через веру. Благодать может исцелить вас через веру. Благодать может освободить вас через веру. Благодать может дать вам преуспевание через веру.
Давайте я закончу читать это место. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Благодать — это дар от Бога. Но также и вера, потому что без Слова Божьего у вас не будет веры. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Так что не только спасение — дар Божий, но также и вера. И спасение, и вера. Спасение и вера. И то, и другое — дары Божьи. В том, что касается спасения, нам надо разрушить старые религиозные догмы. Что случилось в день вашего спасения? Вы были спасены чем? Вы были спасены чем? Вас спасла благодать, верно? Вам необходимо понимать, что значит слово «спасение». Оно происходит от греческого слова «созо», «с-о-з-о». Слово «спасение» означает больше, чем только рождение свыше. Благодать спасла вас. Но это слово «спасение» — «созо» — означает освобождение, крепость, преуспевание, исцеление, любовь, радость. Все это пришло по благодати.